Издревле так сложилось, что мыс при слиянии двух рек приходил из рук в руки. Так, в январе 1660 года войска будущего псковского воеводы взяли укрепленный город, продержались там до весны. Суворов, имея целью занять город, в целом за кампанию получил звание фельдмаршала. В XIX веке горожан переселили, а укрепления приобрели формы, узнаваемые до сих пор. О чем идет речь?